Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду с вами делиться своим, ну, вначале предвкушением праздника, ну, а потом свершившимся праздником. Итак, праздник для меня, как для любой рукодельницы, я думаю, это вначале поход в любимый магазин по рукоделию, а для меня это магазин Сьюшоп, все для рукоделия. Это настоящий рай для рукодельниц. Вы знаете, очень редкие магазины следят за новинками. Каждая гламурная рукодельница, которая любит лучшие инструменты, лучшие аксессуары для рукоделия, найдет для себя, откроет для себя этот рай для рукодельниц именно в магазине Сьюшоп. Магазин Сьюшоп стал моей излюбленной меккой. Магазин Сьюшоп стал моим буквально раем, куда я с удовольствием периодически попадаю, когда мне хочется порадовать себя любимую, когда мне хочется порадовать свою душу, свое сердце и вообще отвлечься от земных забот. И в этот раз магазин Сьюшоп превзошел все мои ожидания, и это происходит каждый раз снова и снова, я каждый раз вам этим хвастаюсь. Итак, в этот раз это набор спиц, набор спиц Чагу. Я вам столько раз рассказывала, как я люблю спицы Ади. Ну, у меня уже, казалось бы, есть, ну, наверное, все спицы Ади, которые существуют. Хотя нет, как казалось, спицы Ади выпустили очередные новинки у нас, и у меня их снова нет. Вот такая вот новинка спицы Чагу. И это набор съемных спиц Чагу. Принцип, казалось бы, аналогичный спицам съемным Ади, но достаточно большое количество принципиальных отличий все-таки есть, о которых я вам расскажу, ну, в своем следующем обзорном видео. Это будет сравнительное видео спиц Чагу и спиц Ади. Я давно своим подписчикам обещала подобное видео и с удовольствием для вас его запишу. Потому что теперь у меня есть различные спицы Чагу, не только съемные, но и просто спицы нарезки Чагу. И также у меня есть съемные спицы Ади различные, да, и спицы нарезки Ади. И в следующем своем видео я проведу сравнительный обзор, сравнительный анализ и тех и других спиц. Насколько я могу быть объективной, я буду с вами объективной и честной. Могу сказать сразу, что шикарны и те, и другие. Это действительно шикарные спицы, достойные самых лучших рукодельниц. Стоит ли покупать такие спицы? Безусловно, стоит. Это действительно спицы, достойные ваших рук. Это спицы, которые вяжут сами, насколько могут вязать сами спицы. Моя покупка в магазине Сьюшоп, которая меня очень обрадовала, и я думаю, что после этого обзорного видео обрадует и многих из вас, это вот такой пенал. Это пенал для съемных спиц. Пенал этот фирмы NITPRO. И я вам частенько показывала уже, что храню круговые спицы вот в такой корзинке. Я на пробу приобрела вот такой пенал. И вот давайте посмотрим, поместятся ли мои круговые спицы. Я беру сейчас самые толстые спицы. Это спицы номер 15. Ади круговые, которые занимают достаточно много места в моей корзинке. И я сейчас их попытаюсь применить к этому пеналу для съемных спиц. Кармашки застегиваются на замочек. Открываю замочек. На первый взгляд, кажется, спицы великоваты для такого кармашка. Но вуаля, спицы отлично попадают в пенал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Восемь таких кармашков. Значит, сюда войдет 8 пар круговых спиц. Кроме того, в этом пенале вот такие вот еще удобные кармашки. И в них можно поместить различные мелочи, такие как
сантиметровые ленты, различные небольшие ножнички, маркеры и, в общем-то, и прочее, прочее, прочее. Ну, вот вообще у меня спицы номер 20. Я думаю, что вряд ли, конечно, спицы номер 20 сюда поместятся. Но можно попытаться. Это для меня эксперимент, и не думаю, что этот пенал предназначен для таких толстенных спиц. Да, действительно, не поместится. Можно поместить, но поломаем плиз. Все мои остальные круговые спицы с радостью и с гордостью переместятся в этот чудесный пенал. И я с удовольствием закажу, ну, еще парочку таких пеналов. Следующая вещь, которая меня неимоверно порадовала, я бы сказала, вам даже заворожила. Посмотрите. Вещица напоминает нечто античное. Это вещица в виде кулона. Фирма Clover, как всегда, нас радует своими новинками, своими удобными новинками. Вы бы сказали, зачем нужен такой кулон? Это не в моем вкусе. А я вам скажу, зачем он нужен. Особенно те, кто любит вязать многоцветные пряжи. Или, например, вы любите вязать ирландские кружева, когда нужно многократно обрезать нить. Конечно, вы скажете, почему не положить рядом ножнички и не резать рабочие нити ножницы? А можно повесить себе на шею вот такой изящный кулон. И теперь вот представьте, вы взяли с собой рукоделие куда-нибудь в дорогу или просто перемещаетесь с ним по своему дому. Вы продеваете красивый изящный шнурок, надеваете себе на шею, и вроде бы это украшение. Вам нужно срезать нить, и кончик нити мы направляем в отверстие. Если мы внимательно посмотрим, здесь расположен круг лезвия. Рабочую нить. Оп, оп. И, пожалуйста, мы получаем безопасные ножницы, которыми вы никогда не поранитесь и которые вы можете применить абсолютно в любой момент. Ну и дальше. Я вам уже говорила, что я фанат Ади. Я много раз это говорила, и я повторю это вновь, несмотря на то, что я приобрела спицы Чаго, я остаюсь и буду оставаться фанатом Ади. И вы знаете, год назад я снимала такое вот видео, которое называлось «Вяжем крючком как спицами, вяжем спицами как крючком». И вот фирма Ади выпускает вот такую новинку Ади Дуэт. Это два в одном крючок и вуаля, спицы на другом конце. Я знаю, что очень многие из вас любят вязать подарки, любят вязать какие-то мелкие изделия. Просто в удовольствие, просто для того, чтобы делать приятное друзьям. И вам для этого не нужны большие спицы, или вам не нужны для этого, предположим, спицы, крючки для мукинга совмещать со спицами. Вы можете приобрести вот такую крючок-спицу Дуэт Ади и вязать себе в удовольствие и радовать своих друзей, своих близких вот милыми, приятными сердцу вещицами. Качество Ади, как всегда, на высоте, безупречная гладкость, безупречное скольжение, которое приятной прохладой охлаждает ваши пальцы. И, поверьте, я уже опробовала идеальное скольжение по нити. Идеального качества головка крючка, идеальный его размер. Те, кто вяжут крючком, вы знаете, что крючок нужно подбирать к пряже. И что немногими крючками толстыми можно вязать тонкие нити. Головка этого крючка выполнена таким образом, что даже тонкую нить для такого номера крючка можно вязать. Что говорит о высоком качестве производителя, о высоком качестве самого крючка. Когда вы придете в магазин Сьюшоп, не забудьте ввести промокод при оформлении покупки LW2017 и получить приятную скидку, приятный бонус. Магазин Сьюшоп настолько любит
своих покупателей, что дарит бесплатную доставку от покупки в 100 евро в любую точку мира. И следующая вещь, которая нас безусловно порадует. У кого еще нет такой вещицы, вы знаете, у меня была такая вещица другой фирмы, но у нее не было вот таких вот чудных свойств. Вы видите перед собой два вращающихся диска. Эти диски вот в таком вот стиле, я бы сказала, кантри. Дерево на ножках, на резиновых ножках. Устанавливаем на стол. И здесь абсолютно повторяя цветовую гамму, вот такой стержень. Накручиваем стержень. Все, что нам с вами остается проделать, это взять клубок, именно для этого я его и приготовила. А теперь представьте, что вы вяжете, например, белоснежную нить, или нить из мохера, или нить из ангоры, либо дорогущий кашемир, к которому вы относитесь с трепетом, с любовью. И теперь разве бросите вы такой клубок на пол? Ну, это же кощунство, согласитесь. И вот на это удивительное, удобное приспособление вы устанавливаете этот клубок. И, пожалуйста, вяжем. И клубок, приятно вращаясь, нить разматывает. Бывает такое, что нам нужно что-то распустить. Для этого достаточно промотать клубок в обратную сторону. Очень удобное приспособление. Не нужно больше ставить клубки на пол, не нужно их класть рядом и ждать, когда ваша кошка его растерзает. Если мы вяжем схему по какому-то шикарному журналу, шикарной книге. Кстати, эту книгу я положила рядом не напрасно, потому что сейчас я записываю для вас мастер-класс по шикарной книге этого шикарного автора. Нэнси Марчант. Автор действительно шикарно. И я сейчас с удовольствием огромным записываю мастер-класс по совершенно волшебному изделию. Легчайшее. Из кидмахера. Мы кладем книгу перед собой. Рядом с нами клубок. И вы знаете, наверное, с удовольствием закажу вторую такую. Потому что с ноты поцелабной техники при уши мне нужно будет два клубка. Поэтому с удовольствием закажу себе вторую такую милую вещицу. Зачем же я делаю заказы на аксессуары и инструменты для вязания так далеко, а именно в Германии? Неужели в моем городе или в моей стране нет этих самых инструментов и аксессуаров? Вы знаете, есть. В моем городе есть инструменты, аксессуары для вязания. В моем городе продаются спицы Ади. В моем городе продаются спицы Чагу. Но цена, я вам честно скажу, цена, прямо скажем, кусается. Хотели бы вы сэкономить, например, 50 евро при покупке набора спиц? Вот заказывая в магазине Сьюшоп все для рукоделия, даже без этой волшебной скидки по промокоду LW2017, я уже экономлю 50 евро. И экономлю еще больше, когда я указываю этот промокод. Плюс бесплатная доставка. Плюс приятное отношение к любимому постоянному клиенту. За что, опять же, огромная моя благодарность магазину Сьюшоп все для рукоделия. Потому что действительно этот магазин ценит, помнит и любит свои. Я вам с удовольствием показываю ту же самую застежку-молнию, которую я вам показывала в своем предыдущем видео. И вы скажете, вы же нам показывали уже эту застежку. Дорогие друзья, я их полностью все использовала. Моим клиентам она очень понравилась. Потому что кому-то не принципиально, что можно перетачать молнию на швейной машине. Кому-то принципиально и хочется, чтобы молния была тоже выполнена и пришита к изделию вручную. Бриллиантовыми платиновыми, ой, у меня платиновые руки, рукодельница.
И вот смотрите, я вам еще раз показываю. Теперь я заказала молнии все длиной 70 сантиметров, потому что настало время кардиганов. Я люблю удлиненные кардиганы, и многие из вас любят тоже. И я заказала молнии длиной 70 сантиметров для кардиганов. Молнии очень эластичные. Очень качественные. Эту молнию вы пришьете именно там, где нужно пришить молнию. И вы никогда не ошибетесь, что особенно актуально для тех, кто только учится работать с молниями. Для тех, у кого вообще нет швейной машины. И эту молнию можно прошить и пришить к изделию даже крючком. Что очень здорово, потому что получается очень красивая строчка. Но для тех, у кого есть тоненькие петлеуловители, эту молнию можно пришить с помощью тончайшего петлеуловителя. Что я вам тоже с удовольствием продемонстрирую в своем следующем видео, которое мы для вас готовим. Вуаля! Ну, конечно же, снова Азия. Вот такие стоперы. Выполнены они в виде сердечек. Стоперы эти предназначены для разных размеров спиц. Что вы можете здесь наблюдать. Выглядят они очень мило, особенно для тех, кому важно, как выглядит ваш инструмент. Это действительно мило, это действительно здорово. Это, в конце концов, это просто гламур. Я же вам всегда говорила, что я очень люблю гламурные рукодельные вещицы. Ну, а те, кто не любит, те не с нами. Можно поместить вот в этот прозрачный кармашек. В котором вы никогда не потеряете. И даже когда они вам не нужны, согласитесь, они очень украшают и сразу придают дополнительного гламура вашему гламурному пеналу для ваших дорогущих гламурных круговых спиц. Ну и, конечно же, если уже говорить о платиновых, бриллиантовых и гламурных, то здесь ну куда уж без гламурных ножниц. Вы посмотрите на это. Это настоящее произведение искусства. Ощущение чего-то античного. Очень красивое литье в виде замысловатых цветов, очень тонко выполненных. Ножницы необычайно острые. Ножницы тяжелые, взяв их в руки, понимая, что это действительно дорого. Вот все те из вас, кто любят дорого в слове рукоделия, все, что касается аксессуаров, инструментов, материалов, а я очень люблю слово дорого в рукоделии, потому что я люблю дорогую работу, качественно выполненную. Я люблю дорогие инструменты, я люблю дорогую пряжу, я люблю дорогие аксессуары для вязания. И вот эти ножницы, которые остры, как самая острая бритва, могут резать даже самыми-самыми кончиками. Даже их кончики крайне остры. Я помолчу, а вы послушайте. Они издают замечательный звук. Совершенно необычный звук для ножниц. И когда я вам говорю о том, что это орудие, это действительно может стать орудием. О, ножницы необычайно остры, поэтому будьте с ними предельно осторожны. Тем, кому нужно использовать ножницы, например, даже в вышивке, можно работать самыми-самыми кончиками. Фирма Кловер не желая отставать от фирмы Ади, также постоянно радует нас различными качественными, интересными аксессуарами для рукоделия. И вот я сейчас в руках держу маркер фирмы Кловер. Я покупала на самом деле огромное множество всяких разных маркеров. Пробую их в магазине, они замечательно вроде бы рисуют. Приношу домой. На одной ткани не рисуют, на другой ткани ничего не рисуют. Итак, что представляет собой этот маркер?
Этот маркер представляет собой, внутри находится, я подержу, внутри находится, я не знаю, увидите в камере или нет, мелко измельченный мел. Здесь такой продолговатый желобок с очень тонким отверстием. Этот маркер позволяет рисовать меловые линии. У меня в руках трикотажная ткань. Она позволяет вам рисовать любые линии. Так как это все-таки мел, а не маркер или фломастер, которые иногда нас уверяют, что они точно смываются, а потом на деле оказывается, что вовсе и не смываются. Этот маркер фирмы Clover вы совершенно точно смоете. И не забудьте указать при оформлении покупки этот волшебный промокод LW2017. Возможно, этот самый маркер станет чьим-нибудь подарком к Новому году, так как приближаются новогодние праздники. Мне кажется, замечательная идея накупить массу приятных мелочей, аксессуаров в магазине «Всё шоу», «Всё для рукоделия», получить все это в одной покупке, в одной посылке с очень приятной скидкой и плюс еще с бесплатной доставкой. Ну скажите, какой еще магазин, мало того, что сделает вам скидки, сделает подарки, еще и плюс предоставит вам бесплатную доставку. И, кстати, скажу вам по секрету, я уже говорила в своих предыдущих видео, но вдруг кто-то не слышит. Скажу вам по секрету, если вы впервые делаете в магазине «Всё шоу» покупку, вы можете воспользоваться подарком-сюрпризом, который магазин «Всё шоу» дарит своим покупателям за участие в вопросе-анкете. Поэтому не забудьте принять участие в вопросе-анкете и, ответив на несколько совсем несложных вопросов, получить еще плюс дополнительный подарок-сюрприз. А сейчас я вам покажу очень милую вещицу. Эта милая вещица особенно порадует тех, кто часто работает иглой и нитью. Это вот такой очень необычный заправщик нити. Честно вам скажу, нигде такой штучки, именно штучки, кроме как в магазине «Всё шоу», я не встречала. Вот сюда вставляется игла, нить. Нажимаем на кнопочку, и волшебным образом нить заправлена в ушко иглы. Также вещица фирмы Clover. Выполнена она очень добротно, очень аккуратно. И кроме того, здесь еще есть и резак для нити. Поэтому очень удобно, очень устойчиво стоит на столе. Резак для нити режет любую нить. Очень легко. И я думаю, что если эта вещица не пригодится лично вам, она станет отличным подарком вашей подруге-рукодельнице. Особенно для тех, кто любит шить, особенно для тех, кто любит мастерить кукол, игрушки, мишки, детскую одежду, шить вместе со своими дочками, внучками. Потому что, вы знаете, вот мне, например, даже в очках очень сложно заправить нить в ушко иглы. И эта вещица действительно просто прелесть, просто находка. Кроме того, в отличие от тех нитедевателей, которые мы уже привыкли, на которых, ну, вы знаете, такие вот пружинки металлические, которые частенько ломаются, особенно на сгибе, какое-то количество нить вдевания они выдерживают, а потом они у нас ломаются, то эта вещица представляет собой гораздо более долговечное изобретение. Следующее видео, которое мы для вас готовим, это видео, которое я давно вам обещала, потому что меня в последнее время все чаще спрашивают, так какие же спицы лучше купить, Ади или Чагу?
Чагу или Ади. И правда ли, что спицы Ади хуже, чем спицы Чагу? И вот в своем следующем видео я вам расскажу очень подробно, чем же отличаются спицы Чагу от спиц Ади, действительно ли или нет спицы Чагу лучше спиц Ади, или, возможно, спицы Ади лучше спиц Чагу, и какие из них стоит приобрести. Мы с вами будем сравнивать съемные спицы Чагу и спицы Ади и цельные на леске. И проведем подробнейший анализ, и я постараюсь быть максимально объективной. Хотя, дорогие мои, все равно мое суждение будет где-то субъективным. Но я вас уверяю, насколько я могу быть объективной, я буду объективной. Еще одно видео, которое в скором времени вас ожидает, это мастер-класс о изумительной вещице из нежнейшего итальянского кедмахера шелка. Это изумительный, фантастически нежный снудок техники брюш по книге талантливейшего автора Нэнси Марчант. Вы знаете, очень люблю эту книгу, вы видите в ней массу закладок, потому что с удовольствием опробовала узоры из этой книги. Мы с вами подробно рассмотрим и провяжем эти чудесные схемы. Я знаю, что для многих представляет огромную сложность читать английские схемы по вязанию. Они, конечно же, очень сильно отличаются от наших схем, которые мы привыкли, к этим обозначениям. И мы с вами с удовольствием рассмотрим, что обозначают эти схемы, как их правильно читать и как по ним правильно вязать. Это в следующих наших видео. А на сегодня я от всей души хочу поблагодарить магазин Сьюшоп все для рукоделия. Магазин Сьюшоп, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо за отношение столь трепетное к вашим клиентам. Я это очень ценю, потому что сама являюсь клиентам и работаю с моими клиентами. И от себя, и от своих сотрудниц я требую столь же трепетного отношения к своим клиентам. И я думаю, что те из нас, кто сталкивались с услугами магазинов, мы все знаем о том, что очень часто мы делаем покупки в том или ином месте не только потому, что нам нравится там продукция, не только потому, что нам нравятся там товары, но мы любим отношение этих магазинов к своим покупателям. И ваше отношение к вашим покупателям на высоте. И я вам огромную искреннюю благодарность выражаю в очередной раз, потому что с удовольствием в вашем магазине делаю покупки не только для себя, но и дарю подарки своим друзьям и своим ученицам. Более того, спасибо вам за то, что вы помогаете мне делать подарки моим ученицам. Потому что когда я, ну, я скажу по большому секрету, когда я говорю в магазине Сьюшоп о том, что это подарок для моей подруги или для моей ученицы, спасибо вам за то, что не забываете добавить какую-нибудь приятную мелочь в этот мой подарок. Еще раз вам огромное спасибо. До новых встреч, друзья. И напоминаю вам о том, что делая покупки в магазине Сьюшоп, делайте их с удовольствием, делайте их с пользой. Не забывайте указывать при покупке, при оформлении заказа промокод LW2017. Получайте приятные бонусы, получайте приятные скидки. И делайте покупки от 100 евро и получайте бесплатную доставку в подарок, что существенно, дорогие мои, сэкономит ваш бюджет. Потому что таких потрясающих цен, как в магазине Сьюшоп все для рукоделия, вы не найдете ни в одном магазине. До новых встреч! Ваш Лорен.